Официально Ереван постоянно выступает с провокационными заявлениями. В этот раз глава внешнеполитического ведомства Армении Эдвард Налбандян озвучил сомнения в принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало жестким заявлением. Цель подобных заявлений со стороны руководства Армении – это введение в заблуждение общественности своей страны и армянской диаспоры за рубежом о процессе урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Подобные инсинуации Министерства иностранных дел Армении не случайно являются продолжением необоснованных и лживых заявлений президента этой страны Сержа Саргсяна. Мы бы советовали руководству Армении ознакомиться с четырьмя резолюциями Совета безопасности ООН по урегулированию конфликта. Во всех этих резолюциях еще раз осуждается агрессия Армении против Азербайджана, утверждается суверенитет и территориальная целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а Нагорный Карабах объявлен неотъемлемой частью Азербайджана.